Друзья, всем привет! Смотрите, у нас вот такой вот гранатовый напиток, вот в такой красивой бутылочке. Такая очень красивая бутылка. Здесь литр. Вот. Он на свет так вот я смотрю, он такой прям красивого цвета. Вот так выглядит. Здесь она такая вот, как бы бутылочка какая-то вот такими вот. Как-то вот, ну, не прям такая гладкая, какие-то это. Ну, такая. Какая-то не, да, необычная. В общем, смотрите, поставим бокальчики. Будем сейчас наливать. Я открываю. Брюки превращаются. Так. Наливаем. Блин, потрясающе. Выглядит как вино. Как вино, да. Греческое. Да. Вот, друзья. Бутылочку. Так, поставим бутылочку. А, вот так, пускай она будет в кадре. Вот. Смотрите. Короче, давайте за вас. Чтобы у вас было все хорошо. Ох! Кисленько, однако. Да? Угу. Мне нравится. Да? Прям как настоящий гранат. Угу. Он же тоже такой кисленький. Да, как будто настоящий гранат ешь. Угу, угу. Ох! Не, ну для меня не очень кисло, нормально. Для меня кисловато. Да? Угу. Друзья, мне нравится, очень вкусно. Вот. Ну, как бы Женя говорит, для нее кислое, а для меня нет. Очень именно так. Ну, то, что вкусненько. Я пробовала гранде, он более мягкий такой. Угу. Тебе тот больше нравится? Ага. Как-то помягче. Ну, правда, такое ощущение, как будто гранат ешь. Мне нравится, друзья. Я бы, допустим, оценил, если по 5-бальной шкале, то на пятерочку. Мне вообще очень нравится. Очень вкусно. Можно даже его еще побольше подержать в холодильнике, да, чтобы он холодненький был. Потому что он как бы холодный, но вот на мой вкус недостаточно холодный. Можно еще больше охладить. А я бы в него водички добавила. А так очень вкусно, мне нравится. В общем, буду покупать такой гранатовый напиток. Да, он очень полезный. И на вид он реально вот так. И вот я смотрю сейчас на лампу, да? Он такой прям бордово-красного цвета. Он выглядит как вино на вид. И даже консистенция самого напитка тоже такая вот именно похожа на вино. Аромат тоже классный, такой приятный. Вообще класс. Реально, вот у меня такое ощущение, как будто я сейчас кушаю гранат. Угу, угу. Тебе тоже, да? Да, потому что гранат же настоящий, он тоже немного кисленький. Ну так, захотел гранат, купил такой этот напиток, да, и все. А чем меньше его, тем еще красивее цвет. Угу. Вообще такой, смотри, какой. Угу, угу. Ну что, еще по бокальчику? Ну давай. Давай. Только мне пол бокальчика. Пол? Угу. Что у нас осталось тут? Чуть-чуть. За вас, друзья, чтобы у вас все было хорошо. Как говорится, полная чаша счастья. Бордовое бордо.
Реально, как вино выглядит. Сама даже, друзья, я говорю, бутылка так мне нравится. Такая она красивая. И такое стекло прям мощное. Вот прям видно, что сделано именно качественно. А что там написано? Азербайджанский, да? Да, 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 да. Очень вкусное. Да он же гранат же тоже такой по вкусу. Да, он же да. Тоже кисловатый. Ну там только несколько семечек ешь, а тут прям сразу это глоток. Очень вкусно, друзья. Мне очень нравится. Обалденно просто. Ох! Вкусненько. Ну, а ты какую бы оценку поставила по пятибалльной шкале? Ой, я бы четверочку, потому что для меня кисловато. Да? Mm-hmm. А я пятерочку. Если только водички туда добавить еще. Mm-hmm. Но с другой стороны, ну, ты вкус уберешь, конечно. Да. Глянь, остается прямо это от сока, да? Друзья, ладно, спасибо вам огромное за просмотр. Счастья вам, здоровья и удачи.